не оставляйте свой автомобиль в неположенном месте. Ну и всегда соблюдайте правила дорожного движения. Студенческий десант вновь выходит на улицы города. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции ребята заботливо разъясняют водителям простые, казалось бы, истины, которыми последние нередко пренебрегают. Для пущей убедительности участники акции раздают специальные листовки, где есть тот самый свод простых правил, соблюдая которые можно избежать множества проблем. Сотрудники отдела полиции города Артема присоединились к проведению всероссийской акции «Студенческий десант», которая проводится в преддверии Дня российского студенчества. То есть в течение нескольких дней студенты учебных заведений города проходят краткосрочную практику в отделе полиции, где они пробуют себя в различных специальностях. Так, ребята, значит, стажируются у нас в экспертно-криминалистическом отделе. Побывали они у нас, послужили один день в дежурной части, попробовали себя в должности оперативного дежурного. Патрулировали с сотрудниками патрульно-постовой службы. А сегодня ребята вышли на городский, высадился городской десант на дороге города Артема вместе с сотрудниками дорожно-патрульной службы. Благодаря такой кратковременной практике студенты могут увидеть работу той или иной структуры Министерства внутренних дел изнутри. Несмотря на все сложности такой работы, среди студентов находятся те, кто хочет связать свою жизнь со службой. Я сам собираюсь стать сотрудником ГАИ, и то есть такие акции помогают мне понять их работу, ну, изнутри и вообще как проводится это. Деятельность. Осваивать профессию студентам помогают старшие товарищи, участники добровольной народной дружины. Такие акции нужны, чтобы воспитывать чувство ответственности в студентах, то есть в первую очередь. То есть для профилактики правонарушений как на дороге, так и на улицах. То есть мы работаем не только на дороге, работаем еще также на улицах. Дружинники наши ходят. Ну, студенты учатся разговаривать с людьми. Студенты, если учатся в высших учебных заведениях, они же должны уметь контактировать, находить контакт какой-то с людьми. Тут вот они учатся общаться с правонарушителями прежде всего. То есть это тоже опыт бесценный, я считаю. Организаторы надеются, что акция принесет пользу не только учащимся, но и горожанам, с которыми в рамках десанта были проведены профилактические беседы. Полина Еремина, Сергей Корнеев, Дана Михайлова. Городские новости.